Всем привет, друзья! Сегодня мы с моим другом, я не помню, какой у него ник. Короче, сегодня мы с моим другом едем на охоту. Погнали. Так, дружище, садись. Сегодня мы едем на охоту за лосями. Сейчас я ему напишу. Так, что такое? Замолчи, мигалка. А, это твоя, что ли? Врубайте! Так, сейчас я напишу. Вырубите мигулку! А, мигалку! О, друг, давай, врубай! Красава. Поехали дальше. Ой, да блин, тупые менты. Так, дальше тут у нас Нива. Нива не моя. Думаю, тут нам достаточно. Так. Доставай оружие. Короче, так. Так, сейчас достанем оружие наше. Так. Так, друзья, сейчас мы будем это рыбачить. Вот, он достал удочку. Сейчас я достану удочку. Так, удочку все взял. Сейчас мы будем и рыбачить. Чи! Ой! Красота, я, ребят, чихнул немного. На, получай. Это из-за тебя. Я от тебя заразился. Получай. Че, не клюет? Вот, вот ты виноват. Получай. Я из-за тебя чихнул. Это ты у нас болел. Погодите, друзья, надо уазик немного это поближе сделать. Ну-ка. Все, утонул. Так. Утонул. И что делать теперь? Так, ладно, сейчас все сделаем. Все равно тут рыб нету. Так. Куда? Я передачу не переключил. О, буксует. Так. А, я написал буксует, надо буксует. Так. А у меня телефон лагает. Подтолкни. Не могу заехать. Давай. О, понял. Давай толкай. А! Толкай. Да блин, ты а! Не могу заехать. Ой! Да ёпарасота, что с ним? Давай заезжай. А! Заезжай. Давай скорее беги сюда. А, ёпарасота не заезжает! Нет, все. Стоп, так у меня же ручник есть. Че я как тупой? Сейчас ручник. Все, поехал. Этот, помогай. Блин, я хочу его Стасом назвать, но это не Стас. Не получается. Тогда дальше рыбачим. Давай. Все, давай, рыбач. Не клюет. Ты что делаешь с удочкой? Это удочка новая. Ладно, ща. Давай. Ах ты ж. А!
Стоп, есть идея. Сейчас. Видите, ребята, эту Ниву? Ее же можно взломать. Так, сейчас. Получилось. Она ведь ржавенькая такая. Поехали. Так, сейчас Нива нам немножечко поможет. Вот так, теперь... Ой. У вас, давай. Поехали. Давай, поехали. Стас! А! Блин, как его назвать-то? Ну все. Так это Нива-то, чтобы... Ё, красота. А, он мне сейчас поможет. Давай. Ура! Получилось. Только лагает. Поехали. Все, ручник дергаю. Так это ж не наша Нива. Отдай, отдай, отдай. Ура. Только надо ее на место поставить. Вдруг хозяин сейчас нам даст. Все, обратно закрываем. Фух, слава тебе Богу. Так, ладно, все, ребят, давай. Тогда мы поедем домой, не клюет. Чё за бадабум? Все, ребят, давайте мы поедем домой. Садись. Все, ребят, когда мы поедем домой, тогда включу камеру. Открывается, ребят. Чё ха-ха, блин? Мы доставать тогда у вас будем. Так, друзья, короче, сейчас я еду отомстить моему знакомому. Друг пока дома там остался, он уснул мой. Вот, братанчик мой, короче. Он все равно не поехал, потому что он уснул. Ребята, вон там был, вы моего знакомого. Знаете, ребята, я почему ее хочу забрать? Я ее себе забирать не хочу. Ребят, по секрету вам скажу. Он мне долг не вернул. В общем, ребят, я тут у Вази кое-что прикупил себе. Во. Давайте сейчас я взорву его бэху. Вот это его все. А это его ангар. Давайте я сейчас постреляю по бэхе и взорву ее. Вот так. Ладно, давайте его уберем. Ну все. Теперь будет знать, ребята, как мне долг не вернуть. Не возвращать. Ладно, ребят, сегодня у нас были такие мини-приключения. И всем пока.